Я и мой полицейский в рамках акции с таким названием, организованной департаментом полиции, прошли соревнования по баскетболу и волейболу среди школьников. Сотрудники департамента полиции области совместно с физкультурно-спортивным обществом «Динамо» организовали для учащихся общеобразовательных школ соревнования по баскетболу и волейболу. Состязания прошли в упорной борьбе. В них приняли участие команды юношей и девушек старших классов. Президентом Республики Казахстан 2022 год объявлен годом детей, в связи с чем сотрудниками ювенальной полиции департамента полиции Карагандинской области с 11 по 15 апреля текущего года проводится акция «Я и мой полицейский». Участвовали 22-я, 83-я, 88-я школы. Соревнования прошли в упорной борьбе. Ребята проявили спортивный дух, волю к победе. Познакомились со сверстниками из других команд. По итогам соревнований первое место по баскетболу заняла команда школы номер 83. В волейболе лучше стала школа номер 88. Всем участникам вручены медали и грамоты, а победители получили памятные кубки. Хотел бы сказать своим сверстникам и учителям то, что важно заниматься спортом и почаще проводить такие спортивные мероприятия, потому что всем учащимся будет интересно поучаствовать в таких мероприятиях по баскетболу, по волейболу, по футболу и по другим видам спорта. Такие мероприятия нас часто сплочают, мы становимся более сыгранными, больше общаемся друг с другом, у нас появляются новые знакомства от этого, после чего у нас получается лучше играть и занимать первые места. Сергей Пасечник, Николай Шевелев, 5 канал.